и одна ничья у Максима Казанского. Хорошая атака в исполнении Исмаила. Поджимает Исмаил. Что подобные вещи будут случаться регулярно, к сожалению. Потому что разрешен грязный бокс. Так Максим старается маневрировать. Причем, обратите внимание, да, он не стоит напротив соперника. Он постоянно меняет. И вот здесь надо бы, конечно, мне кажется, Максиму Казанскому поработать на отходах. Поработать с сайдстепами. Да, человек, который любит и умеет обмениваться. Который предпочитает вот, вот такие вот размашки. Периодически повисает левая рука передняя. И, конечно, туда у оверхдисов, да, опять же, они идут где-то неподготовленные. Они идут, такая, знаете, удары а-ля ирландский паб или удары Очень бежит, конечно, летит на соперника. Он добивается определенного успеха, значит, такая тактика работает. При всем при том, мы уже видим также мощная, вновь очень размашистая атака от Исмаила. И принимает ущерб на себя. Принимает, хотя также по прямой вперед, как паровоз просто. Помните эту песню? Наш паровоз. Такая тактическая борьба на дистанции. Вновь срывает эту дистанцию Исмаил Адисов. Действует более агрессивно. Хорошо протянул вроде бы. Таким образом, Максим вынужден держать не только свой вес, да, но еще и вес более тяжеловесного соперника. Уж простите меня за эту тавтологию. Да? Вроде бы вытягивает передней рукой, заставляет соперника идти на себя. Максим, вот! Вот то, что он... Исмаил Адисов выигрывает. О, отличная атака. Такая разительная. Разящий сам. И здорово на ближней дистанции отрабатывает. Хорошая атака вновь по исполнению Максима. Очень резко срывается с места. Старается работать серийно, комбинационно. Пользует финты. Да, вот Александр Волков и, конечно же, его бессменный тренер Тарас Кия. Очень верит в свою реакцию, в свои инстинкты Марат Исаев. Позволяет себе отрабатывать с опущенными руками. И вот она опять серия. Стремительная, очень мощная и жесткая. И как здорово! Да, прям таким комбайном, такие жернова. Какой-либо паники защищается, либо сразу клинчует, либо пробивает навстречу. Неплохая двоечка в исполнении Максима. От защиты. Да, понятно, что он получает не так много урона, как мог бы, но при всем при этом ему бы хорошо еще и самому попадать, если он, конечно, рассчитывает на победу в этом противостоянии, в чем лично у меня сомнений нет. По большей части. Да, вот мы видим великолепная работа корпусом, очень пластичная, с хорошими инстинктами. Не позволяет себе готовит удары справа силовые. А вот здесь на сайдстепе. На сайдстепе блистательно действует Марат Исаев. И попадает Максим Булахтин. Вынужден подниматься под счет. С ним вроде бы все в порядке. Но там не было ни одного силового удара. И опять обратите внимание, как четко, по-моему, решили парни уже, что бой закончен. Ну или им бы так хотелось. Победу одерживает боец из белого угла Марат Исаев.